Добрый день, меня зовут Ларина Татьяна, я бренд-косметолог американской космецевтики Image Skin Care. И сегодня продемонстрирую вам процедуру ухода. Называется она органическое увлажнение и восстановление чувствительной кожи на органической линейке Армедик. В основном у нас будут задействованы здесь препараты линии Армедик, хотя в процедуре будут принимать участие также препараты серии Vital C и серии Prevention Plus, а также профессиональные концентраты. Эта процедура идеально подходит для чувствительной, раздраженной кожи, очень тонкой кожи. Такая кожа может быть в любом возрасте. Такой уход можно предложить как подросткам, так и беременным, кормящим женщинам, а также клиентам после агрессивных процедур, после каких-то соматических заболеваний, которые сказываются на состоянии кожи, просто клиентам с чувствительно поврежденной кожей, не имеет возрастных ограничений и идеально в любое время года. Первым этапом нашей процедуры будет очищение при помощи очищающего геля серии Армедик. Это очень деликатный очищающий препарат, который сочетает в себе и очищение, и снятие макияжа, и тонизацию в одном препарате, поэтому тонизация нам после такого умывания не потребуется. Этот препарат идеально подходит для любого типа кожи, можно снимать макияж с лица, глаз, губ. Он основан на органическом алоэ вера. Также в состав входит экстракт ромашки германской, экстракт окопника, зеленый чай. И вообще в линии Армедик в основном присутствуют ингредиенты растительного происхождения органические. Небольшое количество геля вспенивается влажными руками и наносим на поверхность кожи. После очищения смываем гель водой с пунжами. Вторым этапом процедуры будет использование энзимной маски серии Vital C. Можно сказать, что это второе очищение, это ферментативный пилинг, который является очень нежным, очень деликатным и подходит даже для очень чувствительной, тонкой кожи. Эта маска дает прекрасное очищение, осветление, удаление верхних роговых чешуек с поверхности кожи. Благодаря витамину С прекрасно осветляет, освежает кожу, укрепляет сосуды. Наносим ее на 5-10 минут. В это время можно проводить легкий массаж или просто выждать время экспозиции. Маска имеет кремовую текстуру, не содержит абразивных частичек. И работать будет только благодаря ферментам. Здесь содержатся ферменты фруктов, папаин и бромелаин, которые позволят деликатно очистить кожу, выровнять цвет, выровнять текстуру кожи и придать ей необходимую гладкость, мягкость. Минут смываем маску водой. В
Следующим этапом станет нанесение маски из серии Армедик. Это успокаивающая гелевая маска на основе органического алоэ вера. Также в составе находится органический зеленый чай, солодка, ромашка, подорожник. Это все органические растительные экстракты. Маска обладает великолепным успокаивающим, заживляющим действием, осветляющим, подходит для очень чувствительной, раздраженной кожи, обезвоженной кожи. В данной процедуре мы усилим действие маски при помощи профессионального концентрата. Это 25% антиоксиданты, которые содержат 15 разных растительных антиоксидантов, в том числе и витамины. Маска представляет из себя прозрачный гель. Маску можно хранить в холодильнике для того, чтобы она была прохладной. И мы задействовали еще эффект криотерапии, который также будет благоприятно сказываться на сосудах. Добавили пол пипетки концентратов антиоксиданты. Смешиваем и довольно толстым слоем наносим на поверхность кожи лица и шеи. По маске можно выполнить массаж. Непродолжительно, в течение 5-10 минут. И через 10 минут смываем маску водой. Следующим этапом наносим крем-гель из серии Армедик с эффектом ботокса. Наносим на область вокруг глаз небольшое количество. Распределяем по области верхнего и нижнего века. Крем содержит нейропептидный комплекс, который борется уже с имеющимися морщинками. Стволовые клетки яблока. Пептидный комплекс Алисис, который оказывает также противоотечное действие. А далее наносим антиоксидантную сыворотку из серии Армедик. Это сыворотка, которая содержит также органический алоэ вера, зеленый чай, комплекс меди, который оказывает балансирующее, заживляющее, успокаивающее действие. Усилим сыворотку концентратом 25% гиалуроновой кислоты для дополнительного увлажнения и поддержания необходимой гидратации кожи. Небольшое количество распределяем по коже лица и шеи. До полного впитывания. Завершающим кремом служит у нас крем из серии Prevention Plus. Можно выбрать любой дневной крем серии Prevention в соответствии с состоянием, с типом кожи. В данном случае я буду использовать увлажняющий крем. Наносим небольшое количество на поверхность кожи лица и шеи с целью защиты кожи от факторов окружающей среды. Это солнце, ветер, мороз, плюс хорошее увлажнение. Крем придает также красивое сияние коже и является базовым дневным кремом для ежедневного использования. И самым последним этапом нашей процедуры, как и любой процедуры имидж, является нанесение увлажняющего геля для губ серии Армедик. В данном случае я выбрала гель с розовым оттенком.
Ей придаю красивый блеск губам. И оказывает заживляющее, увлажняющее действие. Очень комфортно на губах. И является таким приятным дополнением каждому уходу имидж. Наша процедура закончена. Мы провели уход на серии Армедик. Уход, который позволил нам хорошо восстановить чувствительную кожу, позволил укрепить сосуды, восстановить качество кожи. Такой эффект будет поддерживаться в течение нескольких дней, подкрепляться правильно подобранным домашним уходом. Также мы рекомендуем проводить серию процедур, 6-10 процедур с интервалом 1 неделю.